Доброго времени суток, уважаемые мои зрители. И что я вам покажу? Во-первых, то, что я повесил рамочки у себя над сундуками, чтобы было проще понимать, что у меня где лежит. А второе, я сделал новую дверь вот с этой стороны дома, для того, чтобы быстрее выходить из дома, если мне надо будет идти не туда, а вот сюда. И что у нас дальше? Я сделал себе металлический железный меч. Топор. Ёлки-палки, зачем я с собой взял топор? Непонятно. У меня есть железная кирка. У меня есть реалмитовая кирка, у которой осталось еще почти 4000 использований. У меня есть лук. 26 стрел. Да, я побегал за кадром, и мне попались залежи, скажем так, этого самого гравия, из которого я накопал кремния. Ну, правда, довольно много гравия собралось, и я потом его ставил, и заново копал, опять ставил, заново копал. Ну, в общем, накопал кремния. У меня еще даже осталось. То есть я не сделал полностью. У меня есть 26 стрел. И, пожалуйста, меня не ругайте. У меня, помните, оставалось два кусочка реалмита. Я сделал реалмитовую лопатку. Сейчас я покажу, как она примерно копает. Главное, циклопу бы не стукнуть. Копает она вот так. То есть это быстро она копает. И ее хватит очень надолго. У нее еще 4000 использований осталось. Таким образом, получается, что у меня как бы одна лопата. Ну, довольно дорогая, но при этом... Ее хватит надолго. И это точно. Самое главное, конечно, здесь, это ее не посеять. Потому что если я ее уроню в какую-нибудь лаву, то, блин, ну это будет очень нехорошо. Прям очень сильно нехорошо. И что у меня будет в этой серии? Во-первых, что я вам скажу? Я не хочу делать эту серию сильно длинной, потому что я хочу залить ее поскорее. Не волнуйтесь. Будет продолжение, оно будет довольно быстро после этой серии, то есть я прям подряд сниму следующую сразу, без всяких отвлечений каких-либо, и продолжение наступит. Вот, а в этой серии я иду вот сюда, иду в эту самую пещеру. Я не понял. Мышка летучая. Я не понял, а чё это за фигня такая? Блин, сильная мышка. Её вот... Ой, нифига! Обалдеть! Обалдеть! Ёлки-палки! Где я? Ёлки-палки! Я возле спавна. Так, я поставлю сейчас паузу, чтобы быстренько добежать и не томить вас жутким ожиданием. Ха, я вернулся. И тут такой забавный момент. У меня за спиной бежит шипохвостик. Я от него убегаю, убегаю от него, убегаю, убегаю. Эх, блин. Это жесть. И там слева еще один шипохвостик бежит. Ну, это ничего не даст, на самом деле. Если бы он меня догнал сейчас, то он бы меня убил. Это сразу вам говорю, потому что он еще с полным ХП. У меня ничего нету. Как вы помните, я умер. Так. Ну что ж. Экшен на этом кончился. О боже, дом-то у меня с той стороны. Ё-моё, как я затупил. Я убегал от шипохвостика и сделал такую глупость. О чем я сейчас думаю? Я сейчас скажу, о чем я сейчас думаю. Я пытаюсь понять, что мне сейчас сделать. Поставить на паузу и пробежать с паузой. Потому что остается еще 250 метров почти. Либо пробежать сейчас вместе с вами. Вот. Кровати-то у меня нету. Я опять на спавн попал. Я совсем про это забыл, потому что, ну, очень долго не умирал уже в последнее время. Так. О, крипер. Это как бы мне назвать этот мой поход? Назовем и так его как бы... Сейчас подумаю. Извините, заговариваюсь. Думаю, этот поход у меня будет называться что-то вроде сумасшедшая пробежка ночью по джунглям. Ну, в серию это наименование не попадет, то есть серия будет называться, не знаю, как пока что. Еще подумаю. Так, и я уже возле своей точки смерти. Мне бы сейчас подобрать мои шмотки. Это я сейчас перекину наверх. Имею в виду сразу, чтобы оно мне
О, я с этой стороны оказался. А ну да, правильно. Так. Сейчас главное не напороться на шипохвостика, который меня упашет тот в ноль. Ой-ой-ой-ой. Ха-ха. А! О, блин! А, да. Это было круто. Я напугался бессмертных шахтеров и не заметил как раз того, что ко мне сзади именно шипохвостик и подкрался. Он меня убил. Слушайте, ребята, серия получилась уже... Где у меня? Эй, ты куда? Ты чё? Алло, погоди. Так, серия идет уже 3 минуты. Давайте я все-таки поставлю на паузу. Экшена и так уже достаточно. И добегу все-таки на паузе, потому что я не знаю, может быть, меня убьют еще пару раз, пока я доберусь до своих вещей. Вы же видели, сколько там мобов ходит. И они все бьют довольно нехило. Так что сейчас будет пауза, и скоро я вернусь. Итак, я вернулся. И я уже добежал до пещеры, там надо мной бегают пауки, я едва успел пробежать сюда мимо них, и они застряли там на крыше, меня ждут, пытаются поймать. Что я могу сказать? Я ведь хотел в этой серии... О, причем я даже был в броньке, когда меня все это началось. Как же так меня убила летучая мышь? Самому интересно, потом посмотрю. Так, походу я не отследил просто свой уровень жизней. У себя сердечек и свой уровень голода. Так. Извините, тут я немножко промедлился, остальное я потом разложу за кадром. Что у нас получилось? У нас получилась куча нелепого экшена. Вот, я добежал за своими вещами, которые потерял, когда меня убили. А поставлю-ка я тут факелы. И, ну, как бы вот, вы... Почти все видели, кроме того момента, как я последний раз добежал до сюда. Потому что... Есть тут кто? А? Нет? Нету? Никого нету? Потому что, ну... Я уже не знал на самом деле... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, паук, ты издеваешься надо мной. Мне и так хватило вообще на эту серию уже экшена вот такого. С фейлами. Забыл. Паук меня сбил. Ладно. В общем, у нас получился фейл с той шахтой, которую я тогда увидел. И, ну, что поделать. Мы сейчас отправимся в эту шахту, в которой мы уже были. И я думаю, вы давным-давно заметили, еще в самом начале видео, что у меня в руках есть... Точнее, не в руках, а в инвентаре у меня есть ведро с водой. И как вы думаете, зачем я взял ведро с водой с собой? Да, я думаю, вы уже поняли. И вы абсолютно правы. Ведро с водой мне нужно для того, чтобы заливать лаву и добыть обсидиана. А зачем мне нужен обсидиан? Да. Обсидиан мне нужен вот зачем. Я хочу сделать портал в Нижний мир. Может быть, кто-то скажет, что-то ты торопишься портал в Нижний мир делать. Ты еще броньку-то себе даже не сделал, оружие как следует нормальное. Нет, я сделаю себе портал в Нижний мир, это раз, но даже перед порталом я хочу сделать зачаровальню, а для нее тоже нужен обсидиан, как вы помните, для нее нужно положить 3 обсидиана снизу, один посерединке, по бокам 2 алмаза и сверху книжку. Книжка у меня есть, обсидиана у меня нету, алмазов у меня тоже нету. Соответственно, в этой серии сейчас в шахте, так, уголь я трогать не буду, я пойду сейчас спущусь вот туда вниз. Подождите одну секунду. Ой, я поем, потому что ходить голодным опасно. Спуск у меня был, как вы помните, вот там. Так, нет, с другой стороны обойду. Вот здесь у меня спуск. Что-то я не понял. А, вот тут я тогда залазил. Ой, стукнулся. Итак, мы с вами сейчас, то бишь вы и я, отправляемся за алмазиками. Потому что алмазики действительно нужны. Зачем мне нужны алмазики? Как вы помните, я говорил, мне нужно их 5 штук. Странно, вроде как, да? Не 3. Опа, Realme висит.
Мне нужно 5 их, потому что я хочу и зачаровалку, и мацератор. Нет, стоп. Да. В зачаровалке же их 2, значит всего 5. Получается, нужно мне. Итак, мы идем по пещере. Идем, идем, идем. Что я вижу? Я вижу шарды магические. Но я пока не вижу алмазиков. Хотя шардики я выкопаю обязательно. Они мне будут нужны. Вы же помните, я уже... Ух ты! Ух ты! Как там красиво-то! Погодите, я копну. Вот. А сколько идет запись? Запись идет 4,5 минуты. А, ничего страшного. Пока что. А, я имею в виду по длительности. Все нормально. Снимаем. Извините, копну железо, потому что оно у меня потратилось много на броньку и на инструмент. Потому что с меня там что-то выбили, насколько я помню. Так, я поставлю вот здесь вот такую штуку. Дын-дын-дын-дын. Ой, извините. Дынц. Вот, и сделаю вот такую отметку. Это как бы стрелочка, куда мне нужно идти. Я и так, собственно, вижу, где у меня выход там, но на всякий случай, мало ли что. Да, раньше, когда играли без миникарты, всегда так делали. Так, железо. Все-таки железо нужная штука, поэтому, извините, я копаю. О боже мой, до чего я дожил? Я извиняюсь за то, что копаю железо. Кто смотрел Лазуритного гнома? Я думаю, многие смотрели его. Отличный канал. Я тут его так типа слегка рекламирую, получается. Их ругали за то, что они пробегали мимо железа. Я извиняюсь за то, что я копаю железо, лол. Да, бывает такое. Просто, ну, я не хочу тратить лишнее время, а мы пошли все-таки залмиками. И вообще, что это за бред такой? Как это понять? Что я тут делаю? Какие алмазы я вообще ищу на 22 уровне? Ёлки-палки, о чем я? Мне нужно срочно идти в... Ой! Ух ты, ёлки-палки! Фу! Блин, ну я шуганулся. Капец. Аж смешно стало. Так шуганулся вообще, напугался прям скелета. Итак, я иду вниз. А, что такое, тупик что ли? У меня 14 уровень Y. Ребята. Ребята, это... Вы понимаете, что это значит? И обсидиан. И реалмит. Итак, уважаемые подписчики, это обалденно. Это реально обалденно. Я шел, как вы сами видели, с несколькими фейлами, вообще не представляя себе, что я на самом деле что-то найду, но только надеясь на это, очень сильно надеясь, и моя надежда меня не подвела. Я нашел очень много интересных вещей. Я нашел реалмит. Он не лежит один обычно. Я нашел 2 реалмита. Сейчас подождите, я копну. Я копну здесь, мало ли вдруг здесь он где-то еще лежит. Нет, я его не вижу тут. Но что мы видим здесь? Так, сейчас я отгорожу. Я очень надеюсь, что под ним лавы нету. Под алмазом. Я вижу алмазик. У меня один алмазик. У меня 2 алмазика. У меня 3, 4, 5 алмазиков. И что это такое? Я уже забыл. Это орлимит, орлимитовая руда. Я вам обязательно покажу, что делается из орлимитовой руды, но это будет в следующей серии. Следующая серия у нас начнется... Ну, хотел сказать с показа, такой подумал, показ, обычно говорят, показ мод там или что-нибудь такое. Да, я начну с показа мод, точнее с показа мода, в котором эта орлимитовая руда есть, а она в Divine RPG. Добавляется. Итак, это очень крутая получилась у меня серия по добыче ресурсов. Здесь у меня что? Здесь у меня обсидиан. Я пока не буду много накапывать. Я накопаю сейчас 4 штучки для того, чтобы сделать зачарованию. Фу. Пронесло, да. Когда вы копаете вот так, я предупреждаю, вода течет, вы выкапываете. Обсидиан, он падает в лаву, он не сгорает при этом. Вода успевает вот так дотечь. Вон он лежит, обсидиан, а кусочек крутится. Сейчас я скопаю еще. У меня уже 2 получается с этим вместе. Это третий копается.
И четвертый кусочек обсидиана. Да, это круто. Я надеюсь, меня не убьют на обратной дороге, а то это будет эпик фейл, просто скажем так. Извините за мой голос, если он слегка хрипит, потому что у меня все еще осипшее горло. У меня много там меди, поэтому сейчас я буду идти обратно, и я буду выкапывать олово, которое будет мне попадаться на пути, потому что его у меня... Ёлки-палки, залезть не могу. Его у меня меньше, чем меди, а я, как вы понимаете, планирую в ближайшее время... Что сделать? Да, сделать мацератор. Я даже уже нашел алмазики для того, чтобы его скрафтить. Да, я просто эти жутко меняющиеся постоянно в рецепт буки, я не помню, как он правда... А, ней он называется. Расшифровку не помню по буквам, что значит ней. Итак, у меня вот в этом вот самом... видите, как моргает множество рецептов? Вот, а я вспомнил, что когда я делал мацератор у себя на игровом сервере, ну, просто на игровом, который не для съемок, то я записал рецепт, точнее, не записал, а сделал с него скриншот. Кто не знает, вдруг, мало ли, попадется такой человек. О, боже! О, боже! О, боже мой! Так, погодите. Нет, я не могу с ним просто так сражаться. Почему? Потому что у меня уже двух сердечек нету, а ХП не восстанавливается, я голоден. Смотрим, что по времени. По времени 10 минут снимаю. И отлично, я сейчас убью вот этого моба. О, класс! Кстати, да, что-то я заболтался и не сказал. Это рататик. Раньше они выглядели как просто такие, ну... червякообразные. А в обновлении, в этом, как видите, у них интересная такая структура, они со всякими прибамбасками какими-то. Да, будьте осторожны, он высоко прыгает, поэтому если вы поставите в три блока высотой столбик, возможно, он до вас допрыгнет. Мне не повезло, блин, мне реально не повезло, насколько я вижу. А я вроде как не ошибся. Да, дело в том, что с ротатиков... Чё такое? Чё такое? Я не понял. Я слышу... Ох ты! Ха-ха! Еще один ротатик. Боже мой. Жаль, нету спавнеров ротатиков на карте. Было бы круто, представляете, раз так нашел спавнер. Да, ребята. Это сейчас прозвучит... Ух ты, циклоп. Погодите, я убью циклопа сейчас. У меня стрел осталось 15. Я думаю, на него мне хватит. Циклоп, погоди, не прячься. О, блин, одна стрела в молоко ушла. Так, ё-моё. О чем я говорил? Так. Погодите. Я сейчас сделаю проще, я... Блин, лесов у меня нету. Как я так мог затупить? Я же вроде показывал вам, как... Да, я показывал, как делаются леса, и как я мог их не взять, ёлки-палки. Да, бывает. Бывает такое дело, тем более меня убили, я там... Это самое... Скажем так, отвлекся очень сильно на это, на то, что меня убили. Итак, я выбегаю из моей шахты... И что я сейчас хочу? Я очень хочу, чтобы меня никто сейчас не пристукнул с этими вещами всеми. Самое забавное, я взял с собой ведро с водой специально для того, чтобы вылить его на лаву, чтобы она стала обсидианом. Но оно мне не пригодилось, потому что вода там и так текла. Этот счастливый момент. Этот счастливый момент. На улице день. Я вышел. Да! Я рассказывал в серии, вот где я сделал магические предметы, что... Где у меня был Тауманомикон? Надо же, опять правильно сказал. Что это дерево мерцает. Как видите, его листва действительно мерцает. А вот это те самые цветочки, из которых выпадает ртуть. Итак, мы сейчас быстренько бежим к дому. Я пока вам... А, да, мы сейчас прибежим, и я вам попытаюсь поскорее... Так, стоп. Попытаюсь или не попытаюсь? Нет, 13 минут идет серия. Мы добежали до дома. Сейчас я подведу итоги, а крафты из найденных предметов будут в начале следующей серии сразу же.
которая сейчас будет прям сразу сниматься. Эту я поставлю сейчас сохраняться, чтобы она рендилась, потому что... А по-моему, у меня не было там пауз. Сейчас проверю. Если не было, то сразу поставлю грузиться. Итак, за эту серию получилось очень все весело. Были фейлы с шипохвостиками. Особенно последний был очень смешной. И у меня 4 золота. У меня 5 алмазов. У меня 1 эрлемитовая руда. У меня 4 обсидиана. 2 воздушных шарда. Что у меня есть еще? У меня 26 красной пыли. И у меня 2 огненных шарда, 24 железа и 9 тина я накопал. Я надеюсь, вам было интересно со мной, что серия получилась интересная. Я в этом почти уверен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, зовите друзей, им тоже понравится. Люди, которые хотят со мной сниматься, пишите, мы с вами созвонимся как-нибудь там по скайпу или по рейд-колу и обсудим, возможно, вы со мной сниметесь. Вот, что я хотел сказать. Всем удачного дня, всем там, или доброго вечера, в общем, доброго времени вам суток. И я надеюсь, вам понравилось со мной в этой серии. Всем пока!